готовиться. И, конечно, еще раз повторяю, да, спасайте себя. Если у вас есть возможность сберечь своих близких, делайте это. Жизнь превыше всего. Это война не за Россию, это война за Путина. И Владимир Путин, повторяя тезис, который я сказал еще 24 февраля, совершил диверсию против России. Диверсию настолько глубокую, да, диверсию настолько далеко идущую, что представить себе сегодня какой-то благополучный выход из нее для России, не для Владимира Путина, который вполне себе может еще удержать свою власть, а именно для России сегодня невозможно. Русские люди сегодня умирают ни за что, умирают как на востоке Украины, так и со стороны путинской армии. И та дерусификация востока Украины, которую якобы готовили украинские националисты на Украине, и с нею справился Владимир Путин так, как не снилось ни одному батальону Азов. И утилизация мужского населения в период тяжелейшего демографического кризиса, когда в России и так вымирает население, объявлять войну, объявлять мобилизацию в такой ситуации – это преступление против России, преступление против русских и буквально безумие императора в данном случае.